Привет! Сегодня я расскажу вам про глаголы, которые мы используем каждый день. Итак, первая пара – это открывать, закрывать. Например, дверь. Я открываю дверь и закрываю дверь. Например, я открываю дверь ключом. Открываю. Я закрываю дверь. Я закрываю дверь. Я открываю молоко и закрываю молоко. Закрывать. Следующие глаголы – включать, выключать. Например, я включаю свет, я включаю компьютер. Я включаю компьютер. Я выключаю телевизор. Следующий глагол – убирать. Его можно использовать по-разному. Например, я убираю книги на место. Я ставлю или кладу их на место. Я убираю постель. Убираю постель. Я убираю квартиру. Следующий глагол – это мыть. Мы можем мыть посуду, мыть руки, мыть пол, мыть голову, все что угодно. Следующий глагол – это сушить. Сушить белье или сушить полотенце. И мы также можем сушить волосы феном. Сушить феном. Еще два глагола – это ставить и класть. Ставить вертикально, класть горизонтально. Например, ставлю кофе в шкаф. Закрываю. Я ставлю стакан на стол. Я кладу книгу на комод. Или я ставлю книгу на комод. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть вопросы про другие глаголы, пишите в комментариях. И увидимся в следующий раз.